Наступна імпровізація називається «Ток-шоу» і зіграємо ми її Зелений Гравець та Артемом Гагаріним. Зараз наші гості стануть головними героями ток-шоу, ведучим якого буде Рома Міщиряков. Як називається шоу, про що воно і чому Рома запросив саме Олену та Артема? Все це Рома придумує по ходу. Завдання гостей – відповідати на його питання, але так, щоб всі слова починалися з однієї тієї ж літери. З якої саме ми зараз виберемо усі разом. Давайте виберемо літеру для Лени. Давайте буде П. Добре. Так, Артем? Г, давайте. Будеш Г? Ну, пусть буде. Ні. Лена П і Тьома Г. Класний дует. Інші хлопці також будуть учасниками програми, які з'являться по ходу історії в тих образах, які їм придумає Рома. Давайте виберемо літери їм. Валік. Яка? З. З. Валік, буква З. Костя. С. Буква С. Спасибо. І Вова. Вова, літера Р. Отже, як називається ток-шоу, ми зараз теж придумаємо з нашими зірковими гостями. Будь ласка, по одному слову. Альтернативний. Альтернативний. Апріорі удовлетворений – це одне слово? Через дефіс такий. Альтернативний, апріорі удовлетворений. Кислий. Кислий. Тюлень. Удачі. Ти запам'ятав, Рома? Альтернативний, апріорі удовлетворений, кислий тюлень. Так називається ток-шоу, ведучим якого є Рома Міщиряков. Зустрічайте! Здравствуйте. В эфире шоу «Альтернативный, определенно удовлетворенный, кислый тюлень». Зрители в течение года присылали нам отдельные буквы, и когда мы собрали все письма, вышло название этого шоу. Давайте поаплодируем нашим гостям. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Гутен так. Гутен так. У нас сегодня гости очень интересные. Они ехали к нам издалека. Давайте вначале с вами познакомимся. Как вас зовут? Пусть Полина. А, псевдонимы, хорошо. Полина и... Гагарин. И Гагарин. Очень приятно. Сегодня наши гости не называют свои настоящие имена. Пусть Полина и пусть Гагарин. У нас сегодня в гостях Полина. Кем вы работаете? Повар. Вы повар. Ой, интересно, какое ваше любимое блюдо? Плов. Искусно, искусно. От вас даже вот пловом немножечко недавно готовили. Парфюм. О, парфюм даже. О, как вы заморочились. Гагарин. Ага. Какая ваша профессия? Гармонист. Вы работаете в одном ресторане, который называется... Гамбургерная. 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 Здесь недалеко, за Киевом. Это повар этого ресторана, ну, гамбургерная, и гармонист, который по выходным играет там для посетителей. Но в один из дней, напомните, в какой из дней произошел инцидент? Пятница, понедельник. В пятницу, в понедельник. Пофиг. В один из этих дней произошел инцидент, зашел человек по камерам видеонаблюдения, было видно, опишите, как он был одет. Пьяный пират. Грубый, грубый такой. Очень грубый. Он заказал что? Пельмени. Пельмени. Что еще? Пунш. А выпить? Пунш. А, пунш, да, простите. С гренадином. И гренадин. Угу. Так, он обычно ел, мы все видели эту пленку. Мы не можем сейчас показать, потому что... Пошло. То, как он ел эти пельмени, честно... Гидко дивитися. Одно слово, хештег вначале. Полина, он позвал повара, вы к нему вышли, подошли, что он вам сказал тогда? Принеси пожрать. Еще, да? Потом расскажите, вы как гармонист, вы тогда играли, какую песню вы постоянно играете? Как называется? Голубой гагон гигит гагается.
Я понял, почему вы на гармонии. Полин, он в тот момент очень грубо себя вел и так... Приставал. Приставал. Полин, он к вам приставал. Гнусно. Пусть. Признайтесь, что было потом? Потом пошли погулять. Так, пошли с ним погулять. Куда? В какое место? Парную. Вот так сразу. Итак, сейчас в студию войдет тот самый парень, который заказал те пельмени и пригласил вас сразу же в парную. Давайте поаплодируем. Опа-тя! Злодеи! Сейчас все разберемся. Все. Что это у вас? Замшевый... Замша! А, футбольный мяч замшевый. Угу. Пятов? А? Пятов? Зинедин Зидан. Вы футболист, я так понимаю. Звисно. А, в каком клубе играете? За Зенит. Злыдни. Оправдал. Зайшов. Так, зайшли. Заказав зрази. Зліг зі здуттям. Потом вы пригласили Полину в парную. Забув. Что было в парной? Что это? Засос. Парились. Заглядывал. А, подсматривал. Зая. Пупсик. Зиронька. Гармонист. Есть человек, который против ваших отношений. Давайте поприветствуем нашего следующего гостя. Сволочь, скотина. Сергей. Сергей, здравствуйте. Кого вы называете сволочь? Вы на кого? Вы на гармониста злитесь? Господи. Сей сударь. Так, расскажите. Вот это поворот. Сергей. Так. Служащий сауны. Стал свидетелем. Странных ситуаций. Сударь с сударыней. Вот эти двое, гармонист и Полина. Так. Сами себя смешили. А вы в курсе того, что в сауне были эти люди? Стойте. Сауна «Серебряная свинья». Нет. Сори. Давайте поаплодируем, вы тоже нас извините. Так бывает. Случайность. Так бывает. Вот сейчас зайдет хозяин сауны, той, которой были вы, а не вы. Понял. Пожалуйста, давайте поприветствуем настоящего владельца сауны. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте, на всякий случай, у нас такой инцидент произошел. Как называется сауна? Равин. Да, она. Сауна Равин. Спасибо за ваши доп. Услуги. Розенблат. Спасибо за ваши доп. Знатное заведение. Да. Вы узнаете этих двоих, да, которые Привет. Были в вашем... Разумеется. Так, расскажите, что было такого, что они разрушили вашу сауну? Что? Разрушили. Что разбили? Размножением разрушили. Что они, так сказать, задели? Ракушка. Разбили рюмочку. Рюмочку. Разорвали рубашку. Так. Гардины. А, он подсматривал, он подскажет. Да, гармонист. Что еще? Занавески. Гардины. Пофиг. Они вам, самое важное, не стесняйтесь, они вам не заплатили. Не стесняйтесь этого. Что они обещали вам? Руку. Руку? Они обещали вам руку?
И сердце? Что, серьезно? Они обещали, что после всего этого... Разойдутся и... И Полина будет с вами. Правда? Память подводит. Продолжай. Заговаривает зубы. Злодейка. Смотрите, я совсем, честно, запутался. Не буду врать. Вы вначале вы. Честно, вот, один гармонист. Вы красавчик. Просто человек смотрел в окно. Вообще вас не осуждаю. Подсматривал. Вы, Полина, молодец, конечно. Пошли с этим, договорились с этим. Ай-яй-яй. Хочется сказать что-то, Полин? Очень. Простите, пожалуйста, просто папа... Вот, это нужно нашему ток-шоу. Что, отец? Повел... В детстве? Это в детстве было? Куда он повел? В пионерскую... Гармонист хочет, чтобы это была группа. Пусть. Все в порядке. После победы первое... Первое место. Признание. А потом... Потом падение. И папа побил Полину. Папа побил Полину. Полина. Полиночка. Все это следствие того, как поступил отец. Мы знаем, что он ушел. Помните человека, который заходил до этого так. И... Помню. Помните? Папа. Идите сюда. Папа. Полина, это ваш отец. Папа. Поаплодируйте. Папа! Поаплодируй! Привет! Вот привет! Так вот! Папа! Да. Выходите! Петя! Сюда. Папа Петя, поаплодируйте! Петя. Да, мы нашли! Папа Петя. Мы нашли! Помнишь? Здорово, помнишь Полину? Здорово! Да, давайте поаплодируем! Полину, помнишь? Присаживайтесь. Полина, идите сюда. Подвинься. Садись! Папа, подожди, потом! Все, хватит! Кто там будет потом? Папа!